Приветствую всех любителей киберспорта и, в частности, фанатов Team Empire. Давно не было новостей касательно темы, которая так вас всех интересует. Это непосредственно Dota состав. И, наконец-таки, есть возможность пролить свет на данную тему. Как вы уже видели сегодня, мы анонсировали наш молодежный состав Empire Hope. Я хочу рассказать, почему именно так произошел такой выбор и как вообще в дальнейшем мы будем развиваться. За последние месяцы я много смотрел квалификации, в частности, активно смотрел последнюю квалификацию на мейджор, на второй, открытую квалификацию, закрытую квалификацию. И касательно основного состава, в настоящее время, на самом деле, я не могу назвать конкретную прямо пятерку, в которой бы я был уверен. Конечно, теоретически ее можно собрать. Конечно, можно попробовать, но проблема в том, что сейчас далеко не все игроки готовы поверить в идею менеджера. А все вернулось к тому, что многие опять хотят играть со своими знакомыми, с тем, с кем они играли. А так получилось, что в настоящее время в СНГ практически все переиграли со всеми. Ну, реально, очень мало игроков, которые известных игроков, которые не играли друг с другом. Поэтому все сводится к тому, что игроки перебегают из стака в стак, из команды в команду. А на данный момент есть ряд команд, которые, как мне кажется, претендуют на действительно высокие результаты, но сложно сказать, как они будут себя вести на дистанции. Смотря квалификации, я обратил внимание на то, что действительно очень много молодых, талантливых игроков, которым вот не хватает, как мне кажется, не так много, чтобы пробиться на Т1 уровень, пробиться уже на тот уровень, где они могут соревноваться с текущими признанными игроками сцены, командами сцены. И таких команд, игроков достаточно, ну, много, несколько. То есть, может быть, игроков много, но некоторые из них даже собраны в команды. И именно за такими командами я следил последние несколько недель. На попадание в состав Empire Hope претендовали две команды. Я с ними работал, я слушал их тренировки, я слушал их созвоны, общался лично с игроками, чтобы понять, насколько быстро они смогут добиться поставленной перед ними задачи. И сегодня мы выбрали одну из этих команд. Хотелось бы, конечно, две, но мы решили сосредоточить все свои силы непосредственно на одном составе. Задача перед ней будет стоять подготовка к квалификациям на третий мейджор в Лос-Анджелесе. И, соответственно, надо будет пройти открытые квалификации, ну и постараться уже конкурентам побороться в закрытых. За оставшееся время, это полтора месяца где-то до старта открытых квалификаций, я буду активно с ними работать, буду передавать им свои знания, свой опыт. Мы будем отлаживать тренировочный процесс и делать так, чтобы игроки непосредственно уже соревновались, играли с более сильными оппонентами. Как я понял, так было всегда, но сейчас это еще раз подтверждается, что очень сложно выйти игрокам на проуровень, потому что их не замечают, их не ценят, с ними даже не хотят тренироваться другие команды. И вот если это исправить, тогда команда будет расти значительно быстрее. На нашей сцене очень много талантливых игроков, и я надеюсь, что ту пятерку, которую мы выбрали все-таки правильно, и надеемся, что результаты у них будут соответствующие, порадуют и нас, и вас. А вас, уважаемые болельщики, я попрошу поддержки нашего молодого состава, потому что им, как никому другому, она крайне важна. Так что смотрим, болеем, и надеемся на наш состав Empire Hope. Касательно подготовки нашего состава по Радуге к предстоящему Six Invitational. По итогам RML, как нам кажется, нам удалось выполнить нашу главную цель. Не столько цель была, чтобы выиграть его, а в том, чтобы перебороть себя в неком лустрике, в некоторой неуверенности, которая у ребят присутствовала. После RML она полностью прошла. Сейчас мы не делаем ничего сверхъестественного, мы готовимся в стандартном режиме. На январь запланирован достаточно продуктивный буткемп уже с активностями, уже с привлечением, скажем так, некоторых внешних специалистов, потому что уже в начале февраля команда полетит в Монреаль, а значит, времени остается, ну не сказать, что очень много.
Я лично против длительных буткемпов. Я считаю, что ребята устают друг от друга и начинается какой-то период спада. Наша задача сделать так, чтобы команда к турниру подошла в оптимальной форме. А для этого надо, чтобы тренировки наращивались постепенно, и на турнире команда была бы на своем пике. Буткемп у нас будет примерно 2,5-3 недели до момента вылета. И непосредственно, плюс ребята там проведут уже в самом Монреале где-то вместе недели две. Совместно они проведут более месяца. Этого вполне достаточно для того, чтобы они не устали друг от друга и показали продуктивный результат. В целом все настроены позитивно, тренировка в полном рабочем режиме, и все должно быть по плану. Мы будем делать максимум, чтобы показать тот результат, на который все рассчитывают, который все так от нас ждут.